Дорогие друзья, всем привет! В моих руках уже привычный, наверное, для всех вас Фэйву или Циклон Бойс. Много слухов входит по тому поводу, как он называется. Ну вот, у него два названия. Но он очень красивый, очень яркий. Но и этот кубик, в отличие от всех остальных Фэйву, которые обычно находятся в моих руках, он запечатанный. А как вы думаете, почему он запечатанный? Ваши мысли по этому поводу, пожалуйста, оставьте в комментариях. Ну, а Диана точно знает, почему он запечатанный. Мы сейчас находимся в Москве. И примерно месяц назад, да, может чуть побольше, я подводил итоги конкурса, посвященного... Да, 10 февраля. Я подводил итоги конкурса, посвященного повязкам для сборки кубика с закрытыми глазами. И призом, главным призом, служил вот этот кубик. А этот приз должен был достаться тому человеку, который сделает, на мой взгляд, лучшую повязку. Мы в Москве на соревнованиях. Соревнования – это такое место, где все куберы встречаются. И вот мы как раз встретились с тем человеком, который сделал эту самую лучшую повязку. Этого человека зовут Ирина Ким. Ирина на ваших экранах. И ее повязка почти уже тоже на экранах. Вот она, эта повязка. Ой, главное, да, не похоронный марш. Вот она, повязка, сделанная Ириной Ким, сделанная с большой любовью, точно понял. И вот у нас сейчас происходит как раз... Максим, нормально, что это... Ира дарит мне вот эту чудо-повязку, а я ей дарю вот этот чудо-кубик. Ну и мы на счет раз, два, три все это распаковываем. Кто Максим, честно, кто распаковывает? Раз, два, три. Ну что, теперь я одену повязку, а тебе, наверное, надо сделать 6 пиф-пафов, потому что... Хорошо. Кто быстрее? Нет, давай ты соберешь блайн просто. О, боже! Давай. О, боже, он такой тугой. Именно вот так реагирует. Обратный скрамплинг, как мы договаривались. Вот так вот реагируют победители моих конкурсов на те головоломки, на те призы, которые я им присылаю. Такое надо перезаписать. А, он разошелся. Он уже с женой разошелся. Понятно все с ним. Ладно, блайнд, поехали. Ой, буфер на месте. Подстава? Подстава, подстанова. Зарядка. Зарядка садится. А что, энергетическая энергия энергосбыта камеру не заряжает? Странно. Ну тогда я соберу его просто с открытыми глазами. Окей? Как вы думаете, за сколько я это сделаю? А у нас все равно нет. Секундомера нет, да, сейчас. Поэтому буду собирать без времени. Раз Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи, четыре Миссисипи, пять Миссисипи, шесть Миссисипи, семь Миссисипи, восемь Миссисипи, девять Миссисипи, десять Миссисипи, одиннадцать Миссисипи, двенадцать Миссисипи, помогай, тринадцать, четырнадцать Миссисипи, пятнадцать Миссисипи, шестнадцать Миссисипи, семнадцать Миссисипи, восемнадцать Миссисипи, девятнадцать Миссисипи, я считаю. Ну вот, друзья, к сожалению, Ира Ким завтра не сможет собирать этим кубиком на соревнованиях. А вы напишите в комментариях, почему она не сможет собирать. Неудачница! Нет, она будет собирать другим кубиком, потому что этим кубиком собирать на соревнованиях запрещено. Он из цветного пластика. Зачем ты сказал? За шкафом. Вот, у нас тут веселая компания, как вы уже поняли. Может быть, слишком веселая, чтобы записывать подобные видео. Но мне кажется, что мы это видео удалять не будем. Мы оставим его и зальем так, как есть, чтобы вам тоже было весело.